Эта маленькая веранда кофейни стала началом большого турне по нашей области. 24 июля на улице Ленина стартовали съемки документального фильма «Путешествие по неизвестной Орловщине». Автор и режиссер проекта Евгений Григорьев. Идея этого фильма у автора возникла совершенно случайно. Эта задумка родилась буквально 3 недели назад, когда я поехал на рыбалку в Вяжи. И мне очень понравилось это место, потому что в этом месте пересекаются разные эпохи и разные события, которые очень важны для нашей области. Автор сразу приступил к реализации проекта. Сценарий рассказал Евгений. Он писал 2 недели. Помогают в создании фильма операторы и монтажеры из FrameRate. Это творческая команда молодых киноделов. Владислав Булаткин, участник этой группы и оператор, признается, идея ему понравилась сразу. Цель фильма видит в следующем. Нужно рассказать в современном формате, динамично, интересно о хороших туристических местах в Орловской области. Кинолента будет многосерийной. В первых 2 примет участие рок-музыкант Артур Беркут, бывший вокалист Арии, ныне возглавляющий собственную группу. Мы нашлись заново с Сергеем Афанасьевичем Ступиным, руководителем Спасска Лутавиново, и решили, что мы одну из серий будем снимать в Спасском, и в рамках этого фильма, и в рамках фестиваля «Музыка в Спасском» Артур Беркут даст акустический рок-концерт на площадке Спасского Лутавинова. Концерт пройдет в Спасском 8 августа. Первая серия фильма выйдет 27-го, в День российского кино. Проект будет размещен в свободном доступе. По традиции, начало съемок огласили разбитием тарелки. Как говорится, на удачу. Карина Лаврушина, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».